Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня продолжаем вязать зимний наряд для куклы. И предлагаю вам связать варежки на куклу. Взяла я вот эти нитки. Из них я уже вязала шапочку. И вязали мы сапожки. Это Лизе Лана Голд Классик. Вот, в 100 граммах 240 метров. Будем вязать в круговую. Я взяла вот обычные носочные спицы, двоечка. Значит, набираем 24 петли. 24 петли я сразу буду набирать на 3 спицы. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то есть по 8 петель на спицу. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на третью спицу тоже 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И одну петельку наберем для соединения с первой спицей. Так, теперь делаем так вот в круг. И эту петельку возвращаем, переводим на первую спицу. И протягиваем вот так. То есть все, мы соединили вязание в круг. И теперь будем вязать. Будем вязать резиночкой. Можно 1 на 1, можно 2 на 2, как хотите. Но я, наверное, буду вязать 1 на 1. То есть первая, одна лицевая, одна изнаночная. То есть вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем резиночку таким способом, значит, ну, сантиметра 2-3. Ниточка толстая, там получится ряда, наверное, 3. Вот сейчас мы первый ряд провязали, и еще 2 ряда провязать, и я думаю, что резиночки хватит нам. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Вот первый ряд провязала. Второй ряд. Ну, смотрите сами, вяжите сейчас самостоятельно на свою длину, какую вы хотите варежку. Ну, сильно длинную не надо. Так, связала я 4 ряда. А теперь, значит, сделаем, вяжем дырочки, сделаем, чтобы шнурочек туда вдеть, чтобы рукавички не спадывали с куклы. 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 вместе накид. Вяжем так до конца. Так, провязали мы этот ряд, и теперь вяжем следующий, значит, накиды мы провязываем. То есть теперь у нас пойдет лицевая гладь. Провязываем все петли лицевые. И теперь вяжем на длину ручки.
вот у нас ручка. Вот если здесь примерно будут завязочки, так резиночка, ну примерно 5 сантиметров, 4,5 сантиметра вяжем прямо, потом закроем. Так, вяжите сейчас самостоятельно. То есть вот от этих дырочек у нас должно получиться где-то примерно 4,5 сантиметра. Так, я провязала 12 рядов. Вот сейчас скажу, сколько это у меня в сантиметрах получилось. Ну вот от этих от дырочек где-то примерно 4 сантиметра. Значит, на спицах у нас что, 24 петли, поэтому нам надо сейчас разделить поровну по 12 петель, чтобы у нас с одной стороны было и с другой стороны по 12 петель. А можно сделать на 4 спицы, разделить это все, чтобы по там сколько, по 6 петель, да, получается на спицах. А я сделаю, наверное, просто на две спицы, с одной стороны на одну спицу 12 петель и на другую спицу 12 петель. И будем делать убавки. То есть первую петельку мы будем провязывать, затем идет убавка. И считаем так: 2, 3, 4, 5, 6. Так, дальше вяжу 7, 8, 9. Так, и так, нет, 8, значит 8, 2 вместе, это 9 будет петелька, и последняя 10. То есть мы здесь по петельке убрали, у нас по идее должно быть 12 петель, но раз мы с той стороны по петельке убрали, у нас на 2 петли меньше получилось, то есть 10 петель здесь осталось. И со второй стороны тоже вяжем. Первую петельку мы провязываем, затем 2 вместе, так, считаем, вот 3 у нас получилось здесь, 4, 5, 6, 7, 8, 2 вместе, 1 провязываем. Все, теперь мы провели, в каждом ряду будем убавлять в начале спицы, в конце спицы и на второй спице то же самое, в начале и в конце по петельке. Но по первой петельке я провязываю, первую и последнюю я провязываю, а вот здесь вот первую провязала, 2 убавила, и в конце тоже последнюю я оставляю, а перед ней я 2 петельки провязываю. То есть мы вяжем клинышек такой. То есть закрываем рукавичку, эту варежку. Вот одну спицу провязала и вторую также. Первую петельку провязываю, потом 2 вместе, затем вяжу 3, когда остается, здесь мы провязываем 2 вместе и последнюю провязываем. И так вот вяжем мы сейчас, пока на спицах у нас не останется по 2 петельки. С этой стороны 2, с этой стороны 2. Потом мы их провязываем и закрываем. То есть вот такая у нас варежка. Естественно, никаких больших пальчиков я здесь не делаю. То есть я не считаю, что это нужно для куклы. Все вяжем здесь самостоятельно. Когда у нас на спицах остаются вот так вот 4 петли, то есть мы сейчас вот эти уже с первой петелькой первую и вторую вместе провязываем, затем последнюю, предпоследнюю вместе провязываем. Вот у нас осталось 2 петельки. И на этой спице то же самое провязываем.
Первую, вторую провязываем. И третью, четвертую тоже вместе провязываем. То есть у нас на спицах получилось по 2 петли. Ну и все. Эти теперь вместе петельки провязали. Эти тоже петельки вместе провязали. У нас получилось 2 петли. И мы протягиваем через одну петельку вот так. Все. Теперь здесь можно обрезать. Ниточку обрезать. Вот такая вот рукавичка у нас получилась. Варежка. Эту ниточку спрячем. Вторую варежку вяжем аналогично. Самостоятельно. Вот такая вот варежка получилась. Здесь можно будет вышить цветочек какой-нибудь и завязочки сделать. Вяжем вторую варежку самостоятельно. Вот такие варежки у меня получились. Посмотрите, какие красивые. Здесь я вышила. Вшивала этой не детская новинка у меня. Вот. Такие вот сердечки сюда прикрепила. Вот такие варежки. Сейчас будем мерить на куколку. Вот так они будут на куколке смотреться. Прям как настоящие. Вот такие вот варежки получились у нас. Теперь куколка не замерзнет и может спокойно будет идти на улицу гулять. Если кому-то понравились такие варежки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всего вам доброго, пока-пока.